Здравствуйте. Ростислав, у меня для тебя сюрприз. Привет. Это тебе. С днем рождения. Не переживай. На этот раз без меда. Кстати, это бабушка испекла. А нет, зачем же? Виктор Петрович наверняка торопится. Нет, Виктор Петрович не торопится. Он ко мне на день рождения пришел. Пошли, Алис. Не могу обидеть внука вашего. Mm-hmm. Ой, какой букет шикарный. Спасибо. Спасибо большое. Виктор Петрович, да? Вы мне с Индюшкой не поможете? С какой Индюшкой? Так как я очень боюсь духов, вы не посмотрите Индюшечку там. Конечно, конечно. Осторожно. Катюша. Что ты? До него докопался? Я не одобряю выбор дочери. Ну, как отец. А кто?